12 марта наши тяжелые бомбардировщики нанесли удар по военно-промышленным объектам в городах Данциге, Гдыни и Кёнигсберге. В результате бомбардировки в указанных городах возникли пожары, сопровождавшиеся взрывами. Особенно сильные взрывы отмечены в Гдыни, на территории военных складов и в порту. Войска Первого Белорусского фронта сегодня штурмом овладели городом и крепостью Кюстрин. Этот город, расположенный при впадении реки Варды-Водор, являлся мощным опорным пунктом, прикрывающим подступы к Берлину. Немцы превратили все каменные здания в доты, а улицы преградили минными полями, баррикадами и противотанковыми рвами. Сегодня наши войска завершили разгром крупного гарнизона противника и полностью овладели городом и крепостью. За 12 марта в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 9 самолетов противника.